Фантастический подосиновик желто-бурый. Решили уже пособирать вот таких красавцев. Ровненьких и зачетненьких. В этом буреломе стоят вот такие красавцы. Ох, выскочил. Ну а это прям как по учебнику. Мухомор, конечно же, не берем. Сейчас я настойку из мухомора не планирую делать, поэтому забираю только белый грибочек. Собираем такие шикарные красивые грибы полянами. Уже попадаются. Но это отборный подосиновик желто-бурый. Рядом еще один. Смотрите, что творится. Давайте с этого начнем. О, ну это уже интересно. А третий как проявит себя? Да тоже шикардосный. Вот это я понимаю, зачетные.